друзья, Фикса, и добро пожаловать на вашу любимую рубрику «Битва строителей в Майнкрафт». Вы очень просили снять еще одну часть, и сегодня я подготовил невероятные постройки для вас. Но так как это троллинг «Битвы строителей», я подготовил еще кое-что. Я позвал суперкрутого строителя, который делает невозможные вещи в Майнкрафте. Знакомьтесь, это Вентамоня. И сегодня он вас удивит по-настоящему. Троллить мы будем до бейта. Казалось бы, он очень круто строит. Но ему просто кажется. Если вы ждали эту рубрику, то ставьте ваш лайк. Набираем 100 тысяч лайков, выходит следующая серия моментально. А чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Проверьте, пожалуйста, не отписало ли вас от моего канала, потому что такое иногда случается. Это безумно важно для меня. Спасибо огромное. А мы начинаем. Приятного просмотра. Ну что же, я мистер Добутер, добро пожаловать на битву строителей. Сегодня ты мой оппонент и готов строить невероятные постройки. Ты меня еще спрашиваешь, готов ли я? Я всегда готов строить и побеждать тебя. Да. Сегодня мы узнаем, выиграешь ли ты меня. Мы сегодня будем сражаться на 20 тысяч рублей. Лучший строитель получит эти деньги. А решать это будут подписчики. Поэтому пишите в комментарии, какая постройка будет лучше. Ну что же, добеет. На счет 3 камень, нулица, бумага. Выбираем, кто первый будет тянуть за рычаг. Готов? Хорошо. Давай, я уже написал свое слово. Раз. Я тоже. Два. Три. Да ты, в смысле, камень. Я тоже камень. Ладно, так уж и быть. Первый раз в битве строителей мы нажмем одновременно и узнаем, что будем строить. Давай, готов? Ладно, давай. Раз, два. Я впервые. Ты обманщик. А что выпало-то? Что? Самолет. Самолет? Самолет. Нет, даже не пытайся придумывать шутку. Не получится, нет. Даже не пытайся. Все, Добет, выбираем стороны и погнали. Погнали. На каждую постройку у нас будет ровно 15 минут, Добет, поэтому... Поэтому будет больше времени постараться. Поехали. Ну что же, время пошло, и самое время призвать нашего строителя. Строитель, появись! О, привет, Саш. Здравствуйте. Итак, этого человека зовут Иван, знакомьтесь. Помощь нужна? Да, мне нужна ваша помощь, невероятный строитель. Вы прямо с Нового года прилетели к нам, да? Да. Хорошо. Я как елка, мне лень переодеваться. Мы должны построить самый невероятный самолет, чтобы удивить Добейта и выиграть 20 тысяч рублей. А потом стой поделим их, готов? Да, готов. Все, хорошо. Есть какие-то идеи, как мы с тобой можем построить самый крутой самолет? У меня есть офигенная идея. Давай, показывай, что у тебя тут есть. У нас есть сундучок. Вот это мне уже нравится. Мы сделаем полностью рабочий самолет. Как я понимаю, у Добейта нету этого мода на Create. Он не имеет понятия, что он вообще здесь существует, потому что мы ему отключили во вкладке креатива этот мод. Также, когда он нажимает на Tab, он не видит, что здесь кто-то еще находится. Все продумано, все гениально, просто удивим Добейта. Ну а пока Фиксай там что-то делает, что-то строит. Я хочу сказать, вот это видите, вот это видите. Это мерч, который вы можете купить на FixMind. Shop. Ссылочка в описании, покупайте. И у меня эта футболочка еще с концертами, ее Саша подарил. Вообще надо строить, нам построить нужно самолет. В целом, я немножко из этого понимаю. Я как понимаю, мод обновился, и здесь добавили всякие крутые штуки. Например, вот это что такое? Нажмите, чтобы размышлять. Это, судя по всему, закрылки, то есть это лопасти самолета. Я раньше до этого уже строил самолет, но вот этой вот штуки не было. Тут прям пропеллер добавили. Очень круто. Саша, возьми вот эту штуку и попробуй поднять блок. Что это такое? Гравитрон? Чиф? Что? Обалдеть, у меня как будто ПНГшка перед экраном просто. Да ладно, настолько гравитацию сделали. Ты еще и блоки можешь добавлять, пока я сдержу эту штуку. Это просто нечто, это просто невероятно. Офигеть! Ты чуть не сбил меня сейчас. Обалдеть, это очень круто. Ну все, давай строить самолет, получается. В первую очередь нам нужны крылья. Без крыльев мы никуда. Давай, показывай. А ты прям на этой штуке будешь строить? Я бы начал заново. Ну правильно, давай. Поставим тебе небольшой таймлапс и посмотрим, как ты управишься. А далее расскажем подписчикам, как этот самолет вообще работает. Опа, ну посмотрите на этого уже красавца. Ой, какой красивый. Ты что тут натворил, господи? Обалдеть, это реально настоящий самолет в Майнкрафте. Это самый, наверное, лучший технологичный самолет, который я видел в Майнкрафте. Вот это, я согласен, прям полностью. И он еще не летает. Надо убрать вспомогательные блоки и смотри. Так, и что ты делаешь? Что это за ядро? Физический инфьюзер? Анимация, господи, пройдет? Что происходит? Куда? Куда полетело? Силой гравитации, заклинаю тебя. Работай! Что-то произойти должно было? Сейчас, немного подождать.
О! И что, все на нем летать можно теперь? Я не уверен, но возможно, да. Обалдеть, он прям наклоняется. У него в жизни проблемы какие-то опять начались. Воспользуемся World Edit, потому что им банально будет побыстрее. Отличненько. Все, это 100% победа, ребят. Я победитель number one. Так оно и будет. О боже, что происходит? Ты что натворил? Ты должен был быть профессиональным строителем. Нет, а то там сейчас добейту полетит. Нет, крушение самолета. Что происходит? Куда он улетел? Технический шоколад. Он просто улетел без моего ведома. Что мне делать, где самолет? Сейчас будет фокус. На этот случай форс-мажорный. У нас есть второй. Профессиональный строитель! Вот это разве не самолет вам? А? Как вам? Не, ну как по мне, достойно. Вот достойно. Так, все, вот это вот точно работает, да? Да, это точно работает. Итак, что здесь, в принципе, происходит? У нас есть вот такой вот пропеллер из паруса ветряной мельницы. У нас есть сами крылья нашего самолета, которые подключены к редстоун сигналу. У нас есть вот такая вот сидушка. Мы на нее садимся, включаем, запускаем двигатель, правильно? Да, запускаем двигатель. Так, пошло дело. Закрылки работают. Сейчас, короче, с помощью точила сделаем имитацию. О, как. Ой, так круто. А, ну что происходит? Все, время вышло. Куда ты? Не, ну он летает. Я понимаю, что он летает, то он сейчас добит и улетит. Где я? Что? Все, добит, время вышло! Да, все. Ой. А чей тогда первый самолет будем смотреть тогда, фиксай, а? Слушай, я думаю, по старинке, гость всегда показывает первый. То есть, с чем к нам пришли, с тем и уйдут, как говорится. Ну что же, на счет три я увижу твое творение. Раз, два, три! Что? Че, как тебе мой офигеть! Самолет? Слышишь, я думал, я сейчас сюда прилечу, увижу такую, ну, малюсенький самолет, который... Малюсенький? Будет... Да. Это же строил я? В смысле, малюсенький? У меня не может быть малюсенький. Я же профессиональный строитель. В смысле, ты чего? Ты меня недооцениваешь, что ли? Египетские пирамиды там наверняка строил всякие свои. Да. Так, ну давай, рассказывай, что ты тут, значит, это... Что художник решил показать в этом творении? Ну смотри, это получается старый такой самолетик, который одни из самых первых. У них двуярусные вот эти крылья, шаришь. Здесь у меня, значит, такой движок, сделанный из всяких там наковален, точил и так далее, чтобы вообще было прям похоже на настоящий. То есть, если перенести его в реальную жизнь, этот самолет вполне себе может летать. А вот твой может летать, а твой не может летать. А вот мой вполне себе смог бы летать. Вот понял? В этом и вопрос. У нас битва строителей-механизмов. Где показано, механизм? Что твой вид... В смысле механизм? Где показано, чтобы твой самолет летал? Давай, покажи, он летает. Сейчас, смотри. Сейчас он полетит. Мне для этого нужен блок меда, там, слизи. Сейчас все будет. Все понятно, все ясно. Добей сдулся, понятно. Ладно, в смысле, так должно быть. Добей. Ты лучше посмотри на мою построечку. Закрывай глаза. Так, хорошо. Закрыл? Ну я жопу лечу. Господи, у тебя голова аж развернулась на 360 градусов. Ладно, давай, показываю. Раз, два, три. Та-дам! Как тебе мой самолетик, а? Это уже больше похоже на самолет, да? Так, добей. А в смысле? Давай, а как? Без лишних а слов. Давай, садись. Кресло? Да, садись. Чего? Правая кнопка мыши, Мишел? Нажимай вот сюда вот. Все, нажал. А теперь пробел зажимай. Чего? У него тут нажимаются кнопки? Да, ну, да, нажал. Давай, полетел. Давай, поднимайся наверх. Добей, ты сейчас мой самолет тут сломаешь. Алло. Да в смысле? Что ты сделал? Это в смысле? Это как? Да это не дрель, это самолет. Это что за самолет на радиоуправлении? У тебя что, прав на самолет нету, что ли, я не понимаю? Там вообще-то не права, там лицензия нужна на самолет. В смысле? Это что? Это что за... Да я... Ну, тут, в принципе, по реакции все понятно, да, кто выиграл, а кто нет. Фиксай, что значит новый МКС? Ну, типа, она как вирус прицепилась, падаю новый МКИ, понял, да? Вот такой вот МКИ падаю. Все, давай, попытка номер два, полетел, вперед, хорошо! Офигеть!
Офигеть! Он это реверсировало управление, это неудобно. С ума сойти, я он реально чую. Работает. Прям к своему плечу. Вот это я понимаю, да. А, нет! А бодрок-то ты не сломаешь? Все, так и осталось. Ой, Давид, я так потел, когда это строил. Ты бы знал, сколько времени на это я убил. А как ты это сделал? В смысле? А тебе все расскажи, как я это сделал. Откуда у тебя эти блоки? Опять? Переходим ко второму раунду. Да ну тебя. Второй раунд. Все верно, добей. Давай, раз я нажимал, теперь твоя очередь. Теперь я, да, все. Что там? Музыкальный инструмент. Это типа... Запомните все, с этого момента добей это музыкальный инструмент. А ну-ка добей, дай на тебе ноту сыграю. Добей. Не ожидал я такого от тебя. У меня, на вебке сзади меня ESP-объект ходит. Так, музыкальный инструмент, не отвлекаемся, добей. Также 15 минут на создание нашего творения. Отправляемся на свои стороны. Так, нет, это твоя сторона. А иди давай. Вон, там твоя сторона. Так я на своей. Давай. Это не твоя сторона. Иди на свою сторону. Это моя сторона. Видишь, здесь блок зеленый стоит. Это моя сторона. Вот так. А какая разница? Большая разница. Люблю быть здесь. Все, поехали. Время начинается. Раз, два, три. Так. Все, появляйся. Призываю. Отлично. Ну привет, музыкальный инструмент надо построить. Слышал о таком когда-нибудь? И давай только не нотные блоки. Вот нотные блоки реально скучно будет. Давай что-то крутое. Есть идеи? А как ты относишься к Баху? Ну типа... Сейчас. Вот к этому? Не, не к этому. А к какому? Да ладно, я знаю. Моцарт, Бах и все остальные. Хорошо. Музыкальный инструмент. Раз надо что-то сделать такое, чтобы у нее был смысл, я вот что думаю сделать. Это что такое? Это ифрит? Горелка всполоха? Ты что сделал? Это что? Сейчас увидишь. Жидкостный бак и паровой свисток. Так, ты наливаешь воду. Водой. Поджигаешь ифрит, бедный ифрит. И... Нажми на рычаг. Да ладно! Офигеть! Серьезно? Я сейчас погромче звуки сделаю. И мы сделаем. Мы сделаем орган. Настоящий. Самый настоящий орган в Майнкрафте? Ну давай, смотри, поехали. Еще можно добавить еще выше, и будет другая октава. А ну-ка. Подожди, появилась идея. Так, а если вот несколько штук таких поставить? А ну-ка. Офигеть. А если... Блин, ну я хотел вот этот, понял, да? Если есть музыканты, напишите мне ноты в комментариях, пожалуйста. Спасибо. Ну давай, поехали. Креслица у нас вот готова. Отлично, давайте теперь дальше. У Вани была гениальная идея. Он захотел построить большой орган в Майнкрафте, который будет играть настоящую мелодию. Сделать он это решил дополнительно через командные блоки и также мод Create с нотными блоками, связав это все вместе. Давайте как-нибудь закруглим. Так. Вот, отлично. А тем временем я кое-чему научился. А ну-ка. Получилось! Ну что, музыкант теперь получается. У меня есть еще такие крутые инженерные очки, которые показывают до, ре, ми, фа и фа решетка. Такие вот дела. Вот это ты орган тут построил! Сейчас пойду настраивать механизм. Давай, удачи! А я еще тут поиграюсь немного. Это просто гениально. Все. У нас прям полностью, считайте, ну, практически сделанное фортепиано. Если, кстати, правильно, это вроде фортепиано. Добит пишет: фикса, готов проиграть. У меня тут такая пушка. Эй! Ты еще мою пушку не видел. Стоп, я ж надеюсь, что он сделал музыкальный инструмент, а не какую-то там пушку, как обычно. Я только сейчас понял, что у меня какие-то проблемы, видимо, с симметрией. Надо бы исправить. Так, Ваня, остается у нас минута, давай поторапливайся быстрее. Он готов, можешь посмотреть снизу. Все, реально? Да. Где снизу? Прям глубоко снизу. Ну, в целом, ну тут все по факту реально. Смотришь и все понимаешь. Добит пишет: ты жаловался, что в моем самолете нет функции. А тут я такое придумал. Ну, как раз время вышло. Так, ну сюда. Все, время сюда. Вышло. А, что? Давай, быстрее, время вышло. Возьмешь, активируешь, нажмешь пробел. Куда? Что активировать? Я ничего не знаю. Что, куда? Когда придет добейт, нажмешь пробел, он заиграет. Куда? Куда эту штуку ставить? Не, просто в руках нажмешь. А, и пробел нажать просто. Да, пока не нажимай. Все, понял, договорились. Ну что, фиксай. Слушай, мой... Ты готов увидеть мою... Да, я так хочу сказать, что я готов увидеть твою там какую-то музыкальную фигню реально, которую ты построил. Но я тебе хочу сразу же
сперва удивить своим творением. Ладно, 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 все хорошо, хорошо. Знаешь для чего? Чтобы ты, когда услышал мою мелодию, понял, что твоя фигня полнейшая по сравнению с моей. Да? Да. Да, ты уверен? Да, давай. Раз, так, два, я уже... три, смотри. Та-дам! Это что, орган? Настоящий орган в Майнкрафте. Это что, в смысле? Ладно, это на самом деле декорация. А что это, подожди, а что это за блоки, а что это за блоки мне выпали, а? Какие? Да у нас ресурс пак стоит, забыл что ли? Ну ты даешь, конечно. Лучше посмотри, я поставил здесь спавнеры ифритов, они поджигают воду. Новая механика в Майнкрафте, да. Они разве так должны... Да, и все, я готов тебе показать свою мелодию, готов? Давай, поехали. Ну ладно, давай. Все. Ничего, это значит все. То есть ты до конца не сможешь давить на... Ну это ни о чем, Фиксай, ну это ни о чем. Эх, ладно. Так. Ну ладно, показывай тогда свою постройку. Ну это просто для виду, а вот реально я музыку сделал. Ну ладно, показывай свою штуку тогда. А теперь смотри, что сделал я. Да даже не подозревает, что я не показал ему главное свое творение, которое покажу после того, как он мне покажет свою постройку. Вот она балдеет. Ты готов, Фиксай? Да, да, я готов. Давай. Че, смотреть? Три, два, один, оборот. Поворачивайся! Та-да-да-да-да-дам! Так. Окей, 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 окей. Ты опять построил, типа... А, оно может играть? Да. Вот выйди в этот, в Game Mode Survival. Ага, давай. Все, я вот в режиме выживания. И вот тут бочка. Из бочки возьми предметик. Так, палка. И теперь просто вот по каждой, вот из этих нотных блоков тыкни вот так палкой. Именно вот так, тынк. Ага. Давай. Тыкнул. Пинг. И, ну, давай дальше. Ты понял? Ты понял? Нет. А это, тут вообще пердёж какой-то. Что? Если пердёшь, это может ты так вот? Это пердёж каждая какой-то. Каждая из этих нот, она разная. И, по сути, можно реально наиграть мелодию. То есть, брат, и... А где мелодия-то? А мелодия будет сверху. Готов? Да, давай. Здесь, в этой бочке, лежит то, что очень важно и то, что очень тебе сильно понравится. Ты готов? Что? Трек-вирус? Давид, ну гений, гений, гений. Ну давай послушаем немножко, ну так уж и быть. Ну все, достаточно. Ребят, переходите на канал, слушайте трек. Ну, добит. Вот за это респект тебе, конечно, да. Респект реально. Хорошо было. Ну ладно, понял, в целом задача понял. Была построить музыкальный инструмент, и ты выполнил ее, реально. Пианино есть. Звуки, конечно, издают не пианино, но... Ну вот только пианино. Ну, чего только стоит трек вирус, понимаешь? Да, да, ну, да. Ну это да, просто да. Пушка, это бомба. Ну все получается, я выиграл. У тебя какая-то, ну, такая, ну знаешь, фигнюшка по сравнению со мной. А, у меня и трек вирус, и разное. Что? А я тебе забыл показать кое-что просто. Пойдем за мной. Забыл тебе это показать. Я ж тебе показал всего лишь методику, как работает орган, да? Я ж тебе не показал саму мелодию. Готов? А, то есть вот это что? Ну давай. Удиви меня. Давай. Это еще что такое? Я вижу, тебе нравится. Я не Майнкрафт. Ты как это успел сделать? Как это? Ладно, все, я думаю, достаточно. Еще так дождь вовремя пошел, вообще просто. Это реально, это просто дождик пошел, какая-то прям грустненькая музыка. Тун-тун. И дождь закончился, что вообще? Ну, в общем-то, такие вот дела. Ну, друзья, пишите в комментариях, что вы думаете насчет этого. Но мне кажется, круто. Не сравнится с треком вирус, конечно, но... Спасибо. Ну что же, добей, рано раскисать, у тебя будет еще один шанс. Ну, хотя я за себя говорить не буду, это все подписчики решают. Третий раунд, погнали.
Ну что же, последний, завершающий третий раунд. Ладно, что там выпало? Мост. О, мостов у нас еще не было, это круто. Ну, как и музыкальных инструментов, да. Слушай, раньше я был таким мостом. А теперь ты на мосте. На мосте? Это как этот лапша, который просто... Ну да, да, я про нее и говорил. Все, погнали добит. Погнали. Так, иди на свою сторону давай. Давай, давай, топай на свою сторону. Да ну тебя, да ну тебя. Мое твое. Все, таймер в 15 минут. Да я думаю, давай 10. Я думаю, на эту постройку нам хватит 10 минут. Здесь ничего сложного. Мост построить. Только не забывай, чтобы он раздвигался. Да, да, да. Раздвигался? Ну, это как хочешь все-таки. Твое дело. Все, время поехало. Ядрен батон, египетская сила. Вы где? Я тут, Сашечка. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Нужно мост. Нужен мост. Нужен мост? Раздвижной это мост. Это самое легкое сегодня. Да? Прям супер. Легче. Смотри, некуда. Вот я знаю, в Санкт-Петербурге я живу, у нас тут это раздвижные мосты был. Есть ночью. Знаю, вот, один вот, раз вот, мне вот, поднял цену на такси до 3000. Понимаю тебя. Раздвижной мост. Раздвижной значит питерский, потому что, ну вы знали, вы видели питерские мосты, они так прикольно, так врунг, 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 врунг. Вот только как это сделать, я не знаю, это там фиг всякие не мысли. Нужно думать. Ладненько, давай построим такой же мост какой-нибудь крутой. Так, сначала быстренько объясню, как работает механизм, который давай. Мы будем делать. Вот представим, что вот это у нас будет мост. Нам нужен механический вращатель. Ага. Последовательная коробка передач. Ага. Здесь мы ставим поворот на 90 градусов. Так, это все дело склеить, да? Да, ставим с другой стороны еще на всякий случай. А с другой стороны зачем? Чтобы обратно опустить мост. Так, дальше. Берем кнопки, смотрим, куда вращается тут. Угу. Значит, сейчас будем нажимать на эту. О! Вот он так поднимется. Работает! Реально работает! А потом и теперь опускается. Обалдеть, но это очень круто. Если поставить датчик дневного света, то он автоматически будет подниматься. А если это ночного? Если ночного, то он ночью будет подниматься. Да, 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 это будет круто. Это будет гениально просто. Ну все, давай делать, давай делать, давай делать. А пока Ваня делает, я хочу кое-что вам рассказать. У нас появилась идея создать приватный сервер по Креату, где мы на стримах будем выживать с моими друзьями, а также вместе с вами. Мы будем разыгрывать проходки на этот сервер. Либо же потом сделаем этот сервер официальный, куда каждый сможет купить проходку. Если вам идея такая нравится, и если вы захотите это смотреть, как будем выживать с модом Create, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, а также перейдите в мой телеграм-канал и напишите там об этом, ведь там я создам опрос. Мне кажется, идея прям на все 100, такого еще нигде нету. Я думаю, вам это очень сильно понравится. Поэтому жду ваши комментарии. У меня в голову пришла гениальная идея. Гениальная идея Андрея Гречина. Вот только я не Андрей Гречин. Десять минут это, увы, это мало, это очень мало. Я боюсь, что я могу не успеть реализовать свою идейку, которая у меня пришла в голове. Она идейка-то у меня очень хорошая, эта идейка-то. Будет очень грустно, если я смогу ее реализовать. Так, остается 5 минут, и ты уже начинаешь делать механизм. Да-да. Сам мостик, в принципе, неплохо-неплохо выглядит. Я сейчас еще возьму здесь костную муку. О, красота, красота. Вот без костной муки как-то некрасиво смотрится. А так посмотришь, ну как будто бы реально мост уже. Век. То есть я неандерталец. Так, пошла склейка. Механизм у нас уже здесь стоит, работает. Так, надо попробовать врубить ночь. Будет ли он работать нормально? Итак, получается, мы ставим ночь и у нас мост раздвигается тут. А что она это? Не хочет. Это она чтобы, не дружит. Это чтобы в воду нырять или что? Что ночь-то? Ну, как обычно, кто-то он не дружит опять. Теперь ставим день, и мост не опускается. Все, мост сломался, машины проехать не могут, люди на работу опаздывают. В чем дело? Пробки. Пробки, вот так вот пробки выглядят, ребят, если что. Мост у нас готов, он, конечно, вообще по конструкции не... Ну, не сказал бы, что я вам выдержал бы машины на самом-то деле, но времени очень мало, я не знаю, сколько уже прошло времени. Но я боюсь, что я просто могу не успеть. Все, время вышло. Так, ну все, пропадаю, пропадаю, сейчас добить. Все, разноси добито. И давайте куда-нибудь вот сюда улетим, 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 улетим. Фикса... Ты что, самолет фиксает, до сих пор там летит? Алло, все, все, добит, время вышло, ты построил свой мост? А, ну, конечно же, построил, да-да-да-да-да-да, да, построил, тогда да. Я прямо сейчас с лета, с ноги залетаю к тебе и смотрю твой мост. Раз, два, три, полетели, да! Смотри, вроде как обычный мост, ага. Ничего тут особенного нету. Ага. Он такой, чтобы, ну, тут могли корабли так плавать, они вот так вот плывут сюда-сюда. Ага. Но стоит кое-что сделать. Подожди, вот прям вот буквально при тебе будет этот фокус. Готов? Давай-давай, вот я на машине еду. Добит, что-то не сработало. Нет, 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 смотри, смотри фокус. Давай-давай, еду на машине.
Нет, да, не тебе, да я уже два раза разбился. Тебе не надо ехать на машине. Давай я третий раз еду на машине. Тебе просто... Еду. Смотри. Останавливаюсь, выхожу, нажимаю на кнопку, и появляется мост. Неплохо, неплохо. Так, а как он раздвигается? Раздвигается у команды сет 0. У меня время 10 минут, это слишком мало. Было 15, я бы сделал бы так, чтобы ты по кнопкам мог его вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Ну, короче, ясно, да. Я, значит, еду такой, еду, нажимаю на кнопку и возвращаюсь. Понятно. Да. Все понятно. Ну, мост, в принципе, это ведь не команда, Андо. Это ведь я не просто, типа, сет 0 и Андо делаю. Это ведь, ну, командный блок не может сетать. Молодец, молодец, ребят. Слушай, у меня примерно такой же мост, знаешь. Ну, пошли, пойдем, покажу тебе. Ну, давай, 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 давай. Удиви меня. Чё ты смеёшься? Я взял большие мосты, а ты просто пук-пук, коробка-коробка. Давай-давай-давай, типа ты на машине едешь, давай, иди сюда. Садись. Вот, давай, становись. Представим такую ситуацию. Ты направляешься прямо сейчас в больницу. У тебя случилась проблема, пропал ноготь, но солнце уже заходит, ты должен успеть до ночи. Так, бежишь, ну, переходишь мост, наступает ночь, и ты не успеваешь. Ты чё? А в смысле? Ты не успеваешь, потому что мост разошелся, к сожалению. А, ты успел это сделать? Ты издеваешься? Вот так вот, Давид, понимаешь? Я поступлю по-умному. Какому по-умному? Нет, так нельзя, так нечестно, а ну иди, не ломай мой мост. Не бей коня. И, соответственно, наступает день, и мост появился. Вот такая вот вещь. А это что за кнопка? Когда настал день? Что когда настал день? Когда поменялся мир, когда кто-то подписался на канал Фиксая. И когда подписываешься на канал Фиксая, мир меняется полностью. Нужно всего лишь проверить. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Вот из этой красной шерсти надо сделать серую, правильно? Да, да. От этого вот уже именно на канал. Это нужно. Да, да. Да, решайте, вот друзья, в комментариях, кто выиграл в этой битве. А для вас старался Фиксай, также добейте. Всем удачи, до скорой встречи, пока. Не забывайте покупать мерч по ссылке в описании, ведь он скоро уже может закончиться. Че тебе с мостом встал? Ты его сломал. Оп.